Настоящим украшением комнаты хозяйки дома в музее городской усадьбы Симбирск конца 19-го – начала 20 века является ширма. Когда-то она принадлежала семье священника Анаксагорова. Семья среднего достатка не могла позволить себе иметь отдельную комнату для будуара, поэтому в спальне приходилось ставить переносную перегородку. Ширма сделана из бамбука. Подобный материал был в моде в начале 20 века. Несмотря на кажущуюся хрупкость, бамбуковая мебель весьма прочная и долговечная. Ширма состоит из трех частей, а соединения подвижны. Каждая часть состоит из бамбукового каркаса и живописного панно. На одном – розовый фламинго, на другом – плавающие лебеди, на третьем – цапли. Взлет популярности ширм приходится на период расцвета стиля модерн.